Оксана, а почему альт? Как минимум, потому что незаслуженно забытый инструмент в наше время. Если ты обращал внимание, альтистов меньше, чем скрипачей. И насколько я помню, ты была блестящей скрипачкой. Почему выбор пал на альт? Я училась в музыкальном училище в нашем Симферопольском. Закончила его. Потом я закончила инженерно-педагогический университет, факультет искусств по классу альта. А до этого я была скрипачка, действительно. Но в силу жизненных обстоятельств, в силу того, что скрипка все-таки более распространена, чем альт, я посчитала нужным выучиться на альте и прийти работать в музыкальный театр сначала, а потом в филармонию как альтистка. У меня все просто. Я с 6 лет начинаю с музыкальной школы, потом музыкальное училище, опять же, наше Симферопольское, факультет Донецкой консерватории и ассистентура стажировка харьковская. Все на скрипке. По-моему, скрипка – это самый идеальный, самый лучший инструмент, и лучше скрипки ничего не придумать. Если взять альт, насколько я понимаю, он же предок скрипки и немного, скажем, устаревший. Промежуточное звено между виолой и скрипкой, мне кажется, уже не актуально. А мне кажется, актуально. Ты видел хотя бы один квартет или симфонический оркестр без альта? Это интересный вопрос. На две скрипки приходится один альт. А почему? Задумывался? Ну, возможно, потому что у него более мощный тембр. Тембр, мне кажется, более изысканный, более глубокий, чем у скрипки. Вот именно потому, что он находится, наверное, между виолончелью и скрипкой. Это среднее звено, укрепляющее звено в любом оркестре, в струнном или в симфоническом, дающее свою определенную краску. Он послушает. Зато у скрипки более звонкий тембр. У нас появилась струна ми, которой нет у альта. И, конечно, мы идем в ногу со временем. Мне кажется все-таки, что если исходить из наших с тобой суждений, что назвать альт можно философом, а скрипку назовем революционером. Альт все-таки это более философский инструмент, успокаивающий хотя бы тембрально, потому что он немножечко ниже, чем скрипка, и не вызывает такое количество эмоций. То есть это даже физиологически вычислено. Инструмент – это современный инструмент нашего крымского мастера Игоря Виолина. Сделан он был в 2001 году. Он называется «Первый драгоценный». В свое время даже Моцарт не чурался альта, несмотря на то, что ты говоришь, скрипка прогрессивнее. Он тоже любил играть альтовые партии. И, кстати, потом впоследствии и Бетховен использовал очень много альтовый инструмент для удвоения. А иногда давал еще и соло этому инструменту, таким образом популяризировал его. К примеру, в 9-й симфонии в финале тему колокола исполняет альт. Вагнер точно так же. Кстати, Паганини играл в квартетах и точно так же не играл на альте. Это было популярно достаточно и в 18-м, и в 19-м веках. И Давид Ойстрах, кстати, тоже играл на альте. Есть квартеты, в которых он играл на альте. Вот ты говоришь, что у тебя 2001 года инструмент. Мой инструмент сделан в 1948 году в Германии представителями немецкой школы. Сделан как копия итальянских мастеров Антонио Страдивари, Никола Амати, в стиле сделан. И вот если брать их инструменты, то, насколько мы знаем, они делали больше скрипок, чем альтов. Ну, поэтому альты Страдивари и Гварнери ценятся дороже, чем скрипки.
Для того, чтобы играть на альте, нужно как минимум знать два ключа. Альтовый и скрипичный. В скрипичном ключе нота до, а в альтовом ключе это нота ре. Потом, помимо этого всего, должны быть, конечно же, другие немножечко физические данные. Потому что из-за того, что альт, по идее, больше, чем скрипка, я не беру теперешние альты, которые адаптированы уже под физиологию любого человека. Можно заказать себе альт, и он будет меньше. Хотя всегда считается, что чем больше альт, тем лучше. Все сольные альты, они достаточно большие, до 47 сантиметров длиной. То есть ты хочешь сказать о том, что играть на альте тяжелее? Тяжелее, он и тяжелее по весу. Это раз. Мензура. Ну хорошо, тогда если возьмем нашу скрипку, то нам играть сложнее, потому что если у вас мензура больше, то играть чище, проще. У нас все зависит от миллиметра. Дело в том, что ты правильно, ты же сам говорил, что альт – это как бы между прочим, между виолончелью и скрипкой. Тембрально он сложнее. Для того, чтобы тембр звука усваивался ухом человеческим, нужно немножко больше прилагать усилий, чем на скрипке. Из-за того, что струны толще, из-за того, что деки шире, звук сам по себе, чтобы он не был таким гнусавым, либо неприятным для слуха, нужно больше физики прилагать. Зато скрипка непревзойденная в плане виртуозности. Все мелкие, все пассажи, всевозможные хроматизмы, мелизмы. Скрипка максимально приближена к самому совершенному инструменту, который является человеческим голосом. Есть не только в квартете или в симфонической музыке альт незаменим, но также есть масса сольных номеров, которые исполняются на альте. Вот, к примеру, могу сказать, что популяризирует музыку альтовую также завкафедрой альта Свердловской консерватории Юрий Мащенко. И фрагмент произведения для альта-соло Юрия Мащенко «Бабушка танцует» я могу сейчас и исполнить. Ну, мне есть тоже что показать. Сыграю сарабанду Иоганна Себастьяна Баха. Thank you.
Спасибо большое, Кирилл. Доставила твоя игра мне большое удовольствие. Все-таки скрипка и альт родственники, а между родственниками должна быть гармония. Давай что-нибудь вместе исполним. Давай. Оксана, а что для тебя музыка? Для меня музыка — это жизнь, это краски, цвета, все, что самое лучшее есть в мире. А для тебя? Я, пожалуй, с тобой соглашусь, потому что для меня музыка — это тоже жизнь. Начиная с 6-летнего возраста, как я взял впервые в руку скрипку, до сих пор с ней не расстаюсь, и каждый день это и занятия, и профессии, и вся моя работа связана с музыкой. Плюс все, что мы слышим, все, что нас окружает, связано тоже с музыкой. Это неотъемлемая часть моей жизни, как я думаю, и многих других. Находясь в стенах Крымской медицинской академии, очень хочется за гостеприимство поблагодарить науку музыкой.